всех моих подписчиков канала Top Secret, на котором вы можете увидеть не только распаковку с Алиэкспресса, но и разные видео, в том числе авторемонт и все такое. В общем, это у нас пришло заглушки для компьютера. Брал специально, мне уже для поделки. Значит, поделка какая? Там будет вставляться батарейка, и чтобы заглушечка была, чтобы она на улице не засорялся контакт. Ну и не намок. Так, ладно, обрежем полностью. Или нет, вдруг придется запечатать обратно. Так, отлично. Так, там видно, что я высыпал, да? Все, вроде все. Итак, у нас здесь 13 заглушечек. Все как описано, все шикарные заглушки, такие ровненькие. В общем, BBS заглушки, BBS, да, то есть заглушечки достаточно качественные. Ну, вот заглушки, допустим, для телефона. Ну, для телефона, да? Вот они точно встают. Телефонный этот. Вот здесь попробую. Вот так вот. Ну, в общем, встают. Можно в телефон их засунуть. А, это, наверное, заглушечки для порта. Ну, для этого. Сейчас, для компьютера. Для компьютера. Вот для этих штуковинок. Для наушников и еще чего-то. Могу левую руку сунуть. Ну, в общем, да, это для сюда. Вот. Они резиновые, они не пластмассовые, они резиновые. Резиновые такие вот, мягкие, ну, полумягкие. То есть, я думаю, засунуть не проблема будет. Хорошие штуковинки. 13 штук тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один.